На конкурс дети читают стихи. Гречишникова Вика, 8 лет, город Сургут, школа номер 4. Агния Бартов в театре. Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой, мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре раздевалки, дали в руки на мерзки. Наконец-то я в балете, я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3, я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре, как я этого ждала. Я сейчас увижу фей в белом шарфе и венке. Я сижу дышать не смею, номерок держу в руке. Вдруг оркестр